Да, Флинн написал в рапорте, что, дескать, не доложил президенту о контактах с руководством посольства России в США. Но это вполне может быть некая информационная заготовка, информационно-политическая, может быть, правильнее сказать. Это, получается, выпад в наш адрес. Дескать, мы что-то такое с советником национальной безопасности обсуждали непозволительное. За что? За обсуждение чего, какой-либо материи, Флинн поплатился своим местом. То есть в информационной плоскости Россия в итоге по психологии восприятия предстает неким оппонентом Соединенных Штатов по-прежнему. Не думаю, что мы должны сейчас строить какие-то догадки, предположения, фантазии. Флинн ушел. Не думаю, что он ушел безвозвратно. Что касается отношений между Россией и Соединенными Штатами, вне зависимости от инцидента с Флинном и каких-либо прочих, бывших или, не дай бог, будущих, отношения пока еще далеко не налажены.